Доброго всем времени суток, всем, кто заглянул на канал «Многодетные денечки». У нас сегодня обзор новой игрушки, которую связала моя Лера. Куколка. Так, из каких ниточек она ее вязала? Имени пока нету куколки. Сейчас я поближе подвинусь. Так, связано тело и волосы из пряжи Ярнард джинс. Вот такой персиковый цвет. Это еще из моих старых-старых запасов. Еще вот по такой цене, по смешной. И этикеточка немножко другая была. Колор, наверное, тут... Колор они еще не ставили тогда. На этикетке нет колора. Ну, в общем, персик интересного цвета. Волосы из вот такой пряжи. Она типа как шоколадный цвет, но немножко такой какой-то серебристое вкрапление. В общем, меланжевый немножко. Нечистый цвет, скажем так. Ну, вот если на продажу вязать, то такой цвет лучше не брать для волос. Смотрится как выстиранный. Ну, мы эту куколку, я так думаю, для себя вязали. Так, колор. Сейчас скажу, когда крупнее. Так. Вот. 70-й. Значит, цвет такой шоколадный. Ну, вот я говорю, что он немножко серебристый. Сейчас куколку поближе. Вот смотрите, волосы как. То есть они не чисто шоколадные, а такой, как проблеск, что ли, получается. Глазки это полубусинки приклеенные. Носик вышитый. Платьишко связано из остаточков, у меня тут было, от пинеточков осталось. Это китайская пряжа Milk Cotton. Там акрил, хлопок какой-то на молоке. Ну, в общем, они любят придумывать разные названия. То у них там шкурка енота, то еще кто-то. В общем, хлопок на молоке, да, акрил на молоке, хлопок, еще что-то там в составе, я уже сейчас не помню. Покупают ее очень редко, такую пряжу, поэтому я этот состав, простите, не помню наизусть. Ну, в общем, на ощупь он очень похож на полухлопок. Вот такой шелковистый. Ну, вязать из него приятно. Туфельки и вот такой ремешок. Это тоже из остаточков пряжа Baby Joy. От Magic. Похоже чем-то на нашу троицкую кроху. В общем, по метражу они приблизительно все одинаковые. Я ее так подобрала, чтобы метраж был схожий. Ну, вот смотрите. Лерочке у меня 12 лет. Я считаю, очень даже аккуратная игрушечка. Вот. Сначала она сама наиграется ей, потом девчонкам подарит. Зайчика своего первого Моню она уже Снежанке подарила. Зайчика Василисиного. А я, кстати, его, наверное, не показывала. Так, сейчас я принесу еще зайца Василисиного. Вот такой зайчик. Это она и на день рождения вязала. Мы вязали вдвоем. Я побольше зайчика вязала. Там с сумочкой, с аксессуарами. У нас есть обзор этого зайчика. А она вот такого небольшого. Вот, тоже на ушках у зайчика сережки. Значит, девочка, наверное. Пузико это сердечко такое вот связано, красивое. Глазки это на шурупиках. Винтовые, безопасные. Носик и улыбочка вышитые ниточками мулинные. И вот, кстати, пряжа. Ну, я тоже говорила уже, из какой она пряжи вязала. Ну, не все же так вот все подряд смотрят. В общем, вот это тельце зайчика связано из плюшевой пряжи, из бюджетной. Это не... Ой, как там у нас собаки лают? Простите. Так, из бюджетной пряжи. Не Дольче и не Долфин. Это Галамикс. Там нет метража, там нет состава, там просто указано 100 грамм и все. И вот она такая плюшечка, тоже хорошо вяжется. Я бы не сказала, что уж так плохого качества она. Нормального качества пряжа хорошая.
не осыпается в процессе вязки. Самая осыпающаяся пряжа из плюша – это троицкая. Я не помню, как точно она называется, но вот эта плюшевая пряжа от троицка, она по качеству самая-самая вот неудобная, скажем так. Уж не буду говорить плохая, а то скажут, вот обхаяла пряжу. Вот такие игрушечки. Так, вот еще раз. Всем спасибо за просмотр. Лере будет очень приятно, если вы поставите лайк и комментарии добрые напишите. Всем хорошего настроения. До свидания.